Ви есть колоссальное создание простонародного воображения. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал. Гоголь. Отправляясь по домам, шкоди в дороги не чинить. А то на прошлых вакансиях двое бурсаков, обрядившись бесами, воровали кур. Риторы зазуляй лемеш, а пас речь. Трое других, упоив ходоровского дьякона, понуждали его к пению непотребных песен. Позор! Помолимся же Господу. Дух премудрости и разума пошли мне, Господи. Дух премудрости и разума пошли мне, Господи. И просвети сердце и ум мой. И просвети сердце и ум мой. Мое же приятелями наказание. И вся во славу твою научитесь, мир. И вся во славу твою научитесь, мир. Аминь. К Рождеству Пресвятые Богородицы всем быть в бурсе.
За черт. Сдавалось, будто сейчас будет хутор. Ей-богу, ни чертова кулака не видно. Ага. А где дорога? Нема дороги. Ты, халява, иди направо, а я пошукаю прямо. А горобец? Горобец. Горобец! Фу, черт. А я тебя с пнем спутал. Ну что там? Нема дороги. Одни лисьи норы. Видишь, что тут делать? Ой, заспевай ты, нехай дома почую. А что? Оставаться и заночевать в поле. Нет, халява, не можно. Попробуем еще. Может быть, набредем на шею, хоть чарку горилки удастся выпить на ночь, а? Ну, конечно. В поле оставаться нечего. Хутор. Ей-богу, хутор. Смотрите же, братцы, не отставать, во что бы то ни стало добыть ночлег. Ага. Отвори! Хозяин! Люди, хозяин! Кто там? Да народ не обидчивый, богослов халява. Философ Брут! Ритор Горобец! Не можно! У меня двор полон народа. Куда я вас дену? Умилосердись, бабуся! Ну как же так можно, чтобы христианские души пропадали ни за что, ни про что? А? Где-нибудь помести нас! Если мы что-нибудь как-нибудь того или какое другое что сделаем, то пусть... Хорошо, я пущу вас. Только положу всех в праздных местах. На то твоя воля, мы не горды. А что, бабуся, если так, как говорят... В животе будто колесами кто стал есть. Саму там хоть бы щепка во рту была. Из чего захотели? А у меня сегодня и печка не топлена. А мы бы за все это расплатились бы завтра как следует, чистоганным, а? Да, черта с два получит что-нибудь с этой кикиморы. Пойди сюда, хлопче. Кто? Я? Я же ж в хате. А твое место длинное? В каморе. Что, бабуся, а? Пошли. Что, бабуся? Что тебе надо?
Слушай, бабуся, теперь пост. А я такой человек, что и за 1000 золотых не захочу оскоромиться. Шалишь, бабуся, устарела. Дегтем надо. Сам знаешь, и дегтем.
Эй, Хама. Ну, что тебе? Ступай к ректору, там с тобой приехали. Хама, дочь одного из богатейших сотников, хутор его находится в 50 верстах от Киева, возвратилась вчера с прогулки вся избитая, едва жива. Перед смертным часом она изъявила желание, чтобы отходную по ней читал ты, Хама Брут. Пан ректор, да я этого и делать не умею. Да ладно, ладно, без всяких отлагательств. Собирайся в дорогу. Именитый сотник нарочно за тобой прислал людей и брику. Что хотите со мной делаете, пан ректор, а я не поеду. Да тебя никакой черт не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Благодари пана за мед и яйца и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, я тотчас пришлю. А тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то я прикажу тебе по спине и по-прочему так оттягать молодым березняком, что в баню тебе больше ходить не нужно будет. Езжайте с Богом, кланяйтесь пану. Явтух, налей молодцам по чарке горилки. А ты что стоишь? С Богом! Да не забудь о том, что я тебе говорил! Да, философа привязать не то как раз удерет. Здравствуйте, братья, товарищи. Здорово, пан философ. Так вот это мне, братья, товарищи, приходится сидеть вместе с вами. Обрика знатная. Да, соразмерный экипаж. Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно. Любопытно бы знать, если бы, примером, эту брику загрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными шинами, сколько бы потребовалось коней? Да. А? Достаточное бы число потребовалось коней. А интересно, от чего эта паночка так занедужила, что и отходную по ней нужно читать? Пан философ, что не приехали.
не забудь коней напоить. Прошу, если вельможные паны, заходите. А горилка не? Есть, есть. Заходите, прошу. Выпьем, хлопцы, за здоровье пана Рефа. Пан философ. Ребята, выпьем за здоровье пана ректора. Пей. Пейте, пейте, паны. Я тоже пойду в бурсу. Ей-богу, пойду. Ты что, думаешь, что я не выучусь? Всему выучусь. Всему. О, боже ж мой, боже ж мой. Пусть будет. Чумак-пе, чумак-пе, боже не играй. А я хочу знать, где ты. Не спрашивай, не спрашивай. Бог уж знает, как нужно. Бог все знает. Нет, а я хочу знать, что написано в тех книжках. А можешь ли услышать? О, Боже ж мой, ну что такое говорить? Отпустите меня, на что я вам? Пусть. Философ, а? Не бойся, пошли. Пан не узнает. Ну отпустите ж меня, братцы. Отпустите. Паночка померла. А вже померла? Зіть, Сірко, паночка померла. Зіть. Отпустим, братці, хаму домой. А? Пусть его, братцы, пусть идет себе. Пусть идет себе. А вы че пиццами? Паночка померла. Thank you.
Напрасно пан философ думает улепетнуть из хутора. Тут не такое заведение, чтобы можно было бы удрать. Ступай лучше к пану. Он ждет тебя в светлице. Что ж, я с удовольствием. В том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты в отсвете лет, не дожив положенного века, на печали горе мне оставила землю. В том жалею, что не знаю, кто был лютый враг мой, причиной твоей смерти. Кто ты? Откуда и какого звания, добрый человек? Из Бурсаков. Философ Хомаброд. А кто был твой отец? Не знаю, Доброди. А мать кто? И матери не знаю. По здравому размышлению, конечно, была мать. Но кто она и откуда, и когда жила, ей-богу, Доброди, не знаю. Как же ты познакомился с моей дочкой? Не знакомился я с ней, лиможный пан. Ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел. Сколько ни жил на свете. Цурим, чтобы не сказать непристойного. А почему же она никому другому, а тебе именно назначила читать? Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит, скачи вражи, як пан каже. Да не врешь ли ты, пан философ? Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнут, если брешу. Только минуточкой долей пожелатой, то я бы верно узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть он три ночи молится по грешной душе моей. Он знает, что он знает. Этого я уже не услышал. Ты, добрый человек, верно известен святой жизнью и богоугодными делами. Может, она наслышалась о тебе? Кто я? Я святой жизнью? Бог с вами, пан. Что вы это говорите? Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого Страстного Четверга. Может, и недаром так назначено. Ты с сего же дня должен начать свое дело. Я бы сказал на это вашей милости. Оно, конечно, всякий человек, вразумленный в Святом Писании, может по соразмерности. Только сюда приличнее бы требовалось диакона. Или, по крайней мере, диака. А не народ, знающий, и все сделает как надо. А я... Да у меня и голос не такой, и сам я. Черт знает, что никакого вида с меня нет. Это уж как ты себе знаешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню. Ничего не пожалею. И если ты с сего же дня три ночи совершишь как следует над ней молитвы, то я награжу тебя. А не то... Ой, дорогая моя! Смотри на меня.
Простите покойную по второму разу. Простите покойную по третьему разу. Философа накормить, а после ужина отвезти в церковь. А что ведьма с царем сделала? Да, скажи, Сарик. Жаль, пан философ, не знал ты Микитки. Какой то был редкий человек. Собаку каждую, бывало, так знает, как своего родного отца. Славный был псарь, но с некоторого времени он вдруг начал заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он в нее? Или уж она его так околдовала? Пропал человек, обабился совсем. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня, и говорит: «Дай, Микитка, я положу на тебя свою ножку». А он, бедолага, и рад этому, и говорит: «Не только ножку, но и сама садись на меня». И он, дурень, нагнул спину и пошел скакать. Ну, добре, панове, пора нам пана философа вести до покойниці. Ну, хлопче, бувай здоров. Щоб тебе добре читалось. Счастливые тебе справы. Ты уж извини, мы тебе запрем. Панский наказ исполняем. Ничего, как-нибудь три ночи отработаем. Зато мне пан оба кармана чистыми червонцами набьет. Божьего слова. Правильно? Правильно. Пусть лежит. Ты еще и за казак, когда бы устрашился. Человек прийти сюда не может. А от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы. Такие еще как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут.
Ничего, ей-богу, не тронут. А? Чего бояться? Ну, выпил лишнее. Вот и показывается страшно. Свечи. Это хорошо. Надо осветить церковь так, чтобы видно было, как днем. А. Ничего, три ночи отчитаю. Церковь надо осветить так, чтобы видно было, как днем. Чего бояться? И пальцем не тронет. Прости меня, Господи, грешного. Как днем. Будем читать. Блаженне! Господи! Блаженне непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блаженне испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить. Не делающий бо беззаконие в путях его ходишь. Ты заповедал еси заповеди твоя. А понюхай табаку. Эх. Добрый табак. Славный табак. Хороший табак. Thank you.
отсчитал. Эх, славное место. Здесь бы жить, да ловить рыбу. Дядьку! Дядьку! Я не пойду на двор. Я здесь лягу. Не можно, философ. Не велено. А що, дівчата, наварили борщу? Наварили, дядько, наварили. Смачний, мабуть, буде, а? А спитаю філософа. Кого я кохаю. Ну? Поки жив буду, не забуду, я кого я кохаю. Козак ничего не должен бояться на этом свете. Пошли, Евтух! Казак ничего не должен бояться. Оно с первого раза только страшно. А потом оно уже не страшно. Оно уже совсем не страшно. Теперь не страшно. Никто не тронет. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй меня, Господи,
яко немощен есть. Исцели меня, Господи. Яко сметошися кости моя. Яко сметошися кости моя. Да не потопит меня буря водная. Ниже, да не пожрет меня глубина. Ниже свидета. Исцели меня, Господи. Исцели меня, Господи. Господи, Господи. Господи, опять несу ужасы твои! Господи, опять несу ужасы! И не снимаю! Да Господи, Господи! Помилуй меня, Господи! Ради же, ради, кто исповелся тебе! Помогите же, Господи, избави душу мою! Спаси меня! Ради милости твоей! Долго танцует человек. Да, достаточно долго. Эй, философ, что с тобой? Не видишь, танцуй, глупая баба. Вышеньку, да ты ж посидел весь.
ты и правда посидел, как наш Сарий Явтух. Пойду к пану и объясню все. Не хочу больше читать. Что? Как идет у тебя? Все благополучно? Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прям бери шапку, да и улепетывай. Как так? Да ваша пан дочка. По здравому размышлению, она, конечно, есть панского рода, в том никто не станет прикословить. Только не в гнев будет сказано, упокой Бог ее душу. Что? Что, дочка? Выпустил к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывает. Читай. Читай, она недаром тебя призвала. Она, голубенька, заботилась о спасении души своей. И молитвой хотела изгнать всякое дурное помышление. Власть ваша, пан. Ей-богу, не в моготу. Читай. Читай, тебе одна ночь только осталась. Ты сделаешь божеское дело. Я награжу тебя. Да какие бы ни были награды. Как ты себе хочешь, пан? А я читать не буду. Слушай! Философ. Я не люблю этих выдумок. Это можешь делать у себя в бурсе. А у меня не так. Я уж как отдеру, так не то, что ваш ректор. Знаешь ли, что такое хорошие кожаные кончуки? Как не знать? Всякий знает, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая. Да ты верно не знаешь, как мои хлопцы умеют парить. Они сначала выпарят, потом спрыснут горилкой, а потом опять. Ступай. Исполняй свое дело. Не исполнишь, не встанешь. А исполнишь 1000 червонцев. Тысяча червонных. Небось, врет старый скряга. Ну да ничего, пан сотник. Я так навострю лыжи, что ты со своими собаками не угонишься за мной. Thank you.
напрасно сделал такой крюк. Да при том и сюртука жалко. Сукно хорошее. Почем платил за аршин? Спичка тебе в язык, дядька Евтух. Хочешь? Ну то ходим у церковь. Что, философ, боишься? Ну, сейчас тебе ведьма задаст фейтеру. Чего боюсь? Разве я не козак? Читал две ночи. Поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что за нее так нечистая сила стоит. Ну, пан философ, пора в церковь. Давай, шли. Вот тебе и паночка. Такая, видать, его доля. Отчитаю третью ночь. Отвалит пан 1000 червонных. От загуляю, дядька Евтух. Иди читай. Или читай, философ. Не побоюсь. Ей-богу, не побоюсь. Боже мой, Боже мой, воззову во дне и не услышишь, и в нощи, и не в безумии мне. Нищ есть аз, и в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся, изнь могух. Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, еси ты, Господи, не закосни. Утрудихся воздыханием моим. Yeah.
гнев твой и ярость гнева твоего да постигнет я! Заклинаю тебя кайдуком, пёсьим хвостом и топырем. Заклинаю тебя! Заклинаю! Заклинаю тебя! Заклинаю! Повезло нашему хаме. Так ему Бог дал. Помянем его душу.
Славный был человек Хама. Знатный был человек. А пропал ни за что. А я знаю, почему он пропал. Ну? Потому что побоялся. А если бы не побоялся, то ничего бы ведьма с ним сделать не смогла. Ну, надо только, перекрестившись, плюнуть ей на хвост. И то ничего не будет. Я уж все это знаю. Ну, ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. Побоялся, вот и пропал. А кто видел, что он пропал, а? Говорят же. Говорят. А если все это брехня? И то, что пропал он, и про ведьму тоже. Мне он после третьего штофа и такое показывалось. А может, он и не помер вовсе. Вон, может, это он идет сюда. Видишь? Как же он. Работаете? Работаем. Ну, работайте. Ha, ha, ha.